Всем привет! Приехала еще одна посылка с Испании. Это служба UFC. Моя самая нелюбимая служба. Я уже несколько раз говорил не этой службы не отправлять мне. А то они не делают доставку. И приходится посылку потом искать по городу. Ну, хорошо, что этот раз посылка была недалеко. Где живет моя мама, то она забрала. Итак, что он к нам приехал? Сколько всего? Это у нас Campanatus pellicornis. Испанский чистовид. Потом это у нас кто такие? Скорее всего, феодолы мегацефалы. Инвазионный вид. И это у нас... А, нет, это феодолы. Это не ландеры, скорее всего. Это феодолы большеголовые. Чмегацефала. Нужно будет смотреть. Так, несколько королев. Да, это, скорее всего, феодолы мегацефала. То внутри. Видим многоматочную колонию. Так, здесь. Это у нас что? Плагиолеписы. Походу. Но не пигмейцы, которые у нас в Италии. Это, скорее всего, не ландеры, а это у нас афены, скорее всего, дульчины. То не подписал бы берет, догадывайся. Как это что там, тараканчика им бросили. Этим плагиолеписом. А это у нас мономориум субопакум. Вот такие у нас пироги. Так, расплод есть. Королевку что-то не видно, потом буду рассматривать. Ну все, на этом все, потом распишу, что за виды приехали. Измеряем. Может кого-то, ну, пеликорниса мы уже измеряли. Можете видео посмотреть, какого размера королева. Остальных проверим.